Наша онлайн-экспозиция посвящена 500-летию Тульского Кремля. 500 страниц в истории, как в книге. 500 картин размещены в веках. Он пережил и войны, и интриги, храня былое в каменных мешках. Набег татар, болотников в опале, Петра шаги, Демидовская сталь, Лжедмитрий, самовар и тульский пряник. Страны дитя, но иногда бунтарь. Его не мяли ноги иноземцев, не сокрушен, не сдался тихо в плен. Он гордость и величие в тульском сердце, герой баллад и множество легенд. Все позднее времени он выдержал достойно, и вновь сияют златом купола, настроенный, возрожденный колокольней, играют нам его колокола. Он с каждым годом и ценней краше, для туликов его роднее нет. Гордимся красотой кремлевских башен, живи наш Кремль десятки, сотни лет. В течение нескольких столетий Кремль защищал южные рубежи русского государства, являлся главным звеном пограничных оборонительных укреплений, знаменитой большой засечной черты, и ни разу за историю не сдался неприятелю. Началось строительство в Туле каменного города в 1507 году по указу великого князя московского Василия III, а завершилось в 1520. Тульский Кремль стал памятником не только мужеству и ратному искусству наших предков, но и их созидательной изобретательности, мастерству, умению строить в гармонии с природой. Пройдитесь по территории Кремля, поднимитесь на его стены, загляните в мрачные внутренние помещения башен, и вы почувствуете дух того времени, когда Россия только начинала становиться великой державой, а главный южный форпост Москвы жил привычной для города жизнью, полной тревог, опасностей и интриг. Мы предлагаем вам книги, буклеты и альбомы о Тульском Кремле, его архитектуре, исторических личностях. Например, хорошее, очень прекрасное издание «Тайны Тульского Кремля» Ксенофонтова расскажет о строительстве Кремля, о туликах, о зарождении города Тулы. Для детей мы рекомендуем прекрасное издание Эльги Потапи «Тула. Стальная душа. Пряничное сердце», которое также расскажет о кремлевских улицах, подробнее о башнях Кремля, о мастерах тульских и их поделках интересных. Прекрасный энциклопедический словарь «Тульские древности» тоже содержит статью о Кремле. Художник Тульский Ашевский представил репродукции своих картин в издании «Грани тульского зодчества». Эти и другие книги мы рекомендуем всем прочтению, тем, кто интересуется историей Тульского Кремля и историей города Тулы.